Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.com. Западные СМИ обвинили Россию в желании зажать F-22 и F-35 на Ближнем Востоке. В своей очередной статье американское издание National Interest сообщило, что размещенные на территории Сирии российские средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы GPS и сбивают самолеты с пути. Издание приводит жалобы израильской стороны, которая отмечает сбои в GPS-навигации своих гражданских рейсов. Израильтяне убеждены, что постоянный сбой в работе навигационных средств авиации связан с побочными эффектами российских средств радиоэлектронного подавления в Сирии. Как сообщили авторы материала, американские эксперты полагают, что сбивающий самолет из курса сигнал передается с территории российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Times of Israel, в свою очередь, сообщал, что, по всей видимости, данное вмешательство в глобальную систему позиционирования со стороны России не направлено конкретно против еврейского государства. Москва пытается помешать как западным самолетам, в том числе и новейшим скрытным F-22 и F-35, так и импровизированным террористическим беспилотникам, цитирует предположение специалистов издания National Interest. Специалисты также заострили свое внимание на том факте, что наземные системы GPS совершенно не страдают от неизвестных помех. Это делает глушение авиационного GPS подозрительно специфичным. Еще один признак того, что это не просто сбой, а какое-то электронное оружие, отмечает Breaking Defense. Западные специалисты также отмечают, что Россия вкладывает значительные средства в мощные радиоэлектронные системы, которые, возможно, и посылают ложные сигналы GPS. СМИ утверждают, что эти сигналы в 500 раз сильнее, чем настоящие, и легко приводят к сбоям в навигации воздушных судов. В своем материале National Interest указывает на то, что подобные сбои наблюдались раньше и в Европе. Так, в 2018 году ложные GPS-помехи были зафиксированы во время учений НАТО в Норвегии. Тогда норвежская разведка сообщила, что источник помех находился на российской военной базе на Кольском полуострове. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.